Таня, пожар на нефтеперерабатывающем заводе в поселке Манас. Загорелась цистерна, наполненная сжиженным газом. Пожарным пришлось охлаждать горящую емкость водой, чтобы не допустить взрыва. Рядом на железнодорожных путях стоят еще 4 цистерны с газом. Пострадавших нет. Жители ближайших мест ЧП домов, а это 300 человек, эвакуировали. Если вот эта бочка взорвется, уже пол поселка не будет. Не дай бог, говорит, волна будет, говорит, стекла могут или что-то творится, дома, говорит, разрушится. Пожар уже потушили, сейчас выясняют его причины.